Ты говоришь, дождемся и отдадим квест? Ну, полтора часа игрового, чтобы отдать коробку, которая занимает чей. Тогда пока ждем, я додолблю стену. Хочешь тоже, может быть? Ну, я пошла сажать. Я как раз здесь. Надо картошку найти. Ты же луком больше не будешь пользоваться? Да можешь выкидывать пока. Если надо, скрафтим уже. Лук хорош, достался. Когда ты здесь последний раз по стелсу играл? Не в этой игре. Но когда умер, я 4 раза. Я правильно играл. Так-то да. Блин, нужно открыть ящик, который чисто для патронов, ну, боеприпасов и так далее. У нас просто это один единственный ящик вместе с модификаторами. С модификаторами, короче. Я хочу ящик для патронов. Вот еще ящик. Слышу зомби. Я конечно. Блин, смотри. Ну ладно, потом. Могу сходить быстренько? Не, пока не надо. Тут еще есть, 1500. Блин, как хорошо, что я могу взять целый огромный стак с железяками, блин, и не как в арке. Замедляться. А в арке там, по-моему, тоже по стакам, или... Нет, там по весу. Там, помнишь, берешь два стака, железо идти не можешь. Все, точно. Зачем тебе столько гвоздей? Ну, а что потом ловушки делать? Так, я кого-то слышу. А, они здесь... Тварь, дверь ломают. Ну-ка, блин, бабка. Иди-ка отсюда. Фига себе, от двери, блин, одни эти остались. Рама только. Ладно, хрен с ним, потом я подбью еще один зомби. Все.
Все, все двери улучшил. От чего-нибудь подальше. Ну что, пойдем сдавать? Пойдем. Так и не могу понять, короче, кисточкой пользоваться. Дерьмина какая-то. А кто пол поломал здесь? Зомби. Видимо, и пытались подняться, не получалось. Что это с тобой было? Ты бы видел, я сейчас так прилетел. Я кусочек головы твоей видел, я понял, что... Это жесть какая-то была, чуть ли не в космос летела. Здесь почти можно спрыгнуть с велосипеда, и он дальше покатится. Ну, там... Велосипед или кожаный? Кожаный нагрудник. Да. Так, а мне более утоляющий или железный костюм? Конечно же, более утоляющий. О, иголка с ниткой, том 3, либо спусковой механизм полуавтоматический. А, ну это... Увеличивает скорость времени. А, ну-ка, иголка с ниткой, том 3. Сейчас да, посмотри. Я у себя тоже посмотрю. У меня ноль. Вообще ни одного. Ладно. Amazing. Как минимум тебе брать. Все. Так. Here's your pay for a job well done. Блин, тебе она одно говорит, а мне другое. Ты где? На. Инвентарь. Я могу создавать собственные ботинки и сапоги теперь. Not bad. И какие же, блин? Сапоги. Кукурузный хлеб стоит покупать? Да. А, он один. Ну ладно. Ботинки, блин. Не знаю, все ботинки закрыты. Поношенные могу сделать из говна. Так. И палок. Все, у него больше ничего нету. Латунь. Пойдем. Латунь у него куплю. Да. Сокол. Сокол давай. Тоже куплю. Неплохо помог. Машину куплю. При. Да забей, не покупай! Я потом съем эти дрожжи, я выгоднее покупаю. Да там копейки были, уж купил. Так, сейчас. Ты задание взяла, то я не посмотрю. А, подожди, стой, сейчас я задание не возьму. Сейчас. О, есть особое задание, наконец-то. Наконец-то. Бери его и... Можем сделать. Угу, открыть я взял. У нас, кстати, особые же задания разные, да? Но оно одинаковое было. Открытие дорогов маршрутов. 1,7 километр. Это вот сюда. На запад. Четко на запад. Да. Ну ладно. Там нет картошки. Собака. Чай прибью. Проблем. Две пульки. Ну иди. Так просто быстрее этим мачете. Здесь, в общем, я так понимаю, то, сколько ты добываешь, зависит от того, чем ты добываешь, вот, и от твоего навыка. Добычи. Да. У нас нет ни у кого навыка добычи. Поэтому, ну, условно говоря, вот есть у трупа 350 единиц. Угу. И что здоровья. 350 выбьешь.
Не, и допустим, из этих 350, а если руками выбьешь, там выпадет 2 мяса, если будешь ножом, там условно говоря, там 3 мяса, мачете 10. И неважно, если ты мачете... Пойдем вот так объедем, там просто гора такая. Угу. Просто... Давай, езжай. Ой, у тебя что-то банка какая-то перед колесом. Смотри. Я не знаю, это офигенная игра. Ой, меня вообще не парят эти баги. Да парь. Ладно, давай, езжай. Велосипедисты. Блин, к велосипеду так быстро привыкаешь. Что теперь мы будем без яек. И никаких черничных пирогов нам не видать. Я хочу набегать 1000 километров. Окей. Бегай. Ну, нет. Ой. Набегаем. Да, мы, я например, знаю. У того же... Ну, у новых... Чуваков. Угу. Набегаем. Что-то еще хотел сказать, забыл. А, ну вот, продолжить мысль. И, соответственно, неважно, что ты будешь... Расшарь мне себя и квест. Да. Напоминай, я. Ой, нет. А квестов нет, шарина. Квестов нет? Ну, только вот этот. Окей, все. Ну и? Вот. То есть, условно говоря... Неважно, что ты вот эти 350 одним ударом и выбьешь там, ну, мачете, например, и выбьешь те же самые там 10 мяса. Либо ты ножом 10 раз ковыряя выбьешь, ну, разобьешь эти там 350 жизни у трупа и... Выбьешь те же самые 10 мест. Ну, так. Мне, например, ножом ковырять, ну, там, 10 ударов, ну, 10 ударов. Да, 5, долго, да. Долго. Мачете... Долбит, столько же добывает, но долбит 2 раза. Ну потому что урона больше. Блин, пипец, 3 гнезда и одни перья. Да, на правую кнопку мыши можно. Все равно иногда по привычке пытаюсь PSD нажать. Я тоже. Потому что неудобно мышью управлять. Угу. Где же это было мышкой еще? В Borderlands. В Бордие. Я знаю, что в Хала точно так же, хоть я в Хала не играл. Но знаю. Знаю. В смысле, ютубчик назвали? Ну, откуда ты знаешь тогда? Читал, и когда просто говорят, ну, иногда говорили, почему-то запомнилось. Блин, где он был? Может, по новой будем. Да. Ты едешь? Еду, я просто зомби убиваю. Хорошо. Потому что мне нужно уровень докачать до того. Может быть в этот. Может быть до этой волны это получится какой-нибудь турельки. Не получится. Почему? То, что я так знаю. Ну я же вижу, как мы играем. Не получится. Я говорю, может быть. Так, что-то US Army. Да. Ладно, я понял, еду. И дальше. Потом пытаемся дома. За горой, короче, горит.
Через дорогу едешь? Да, я просто по дороге еду. Так, а надо... Да, по дороге просто еду. Я просто через горы бы проехал. Да, по дороге быстрее, наверное, будет. Нет, я вот, например, уже давно тут. Сейчас. У нас сейчас станина закончилась. Такой деревянный форт, блин. Как будто они тут... Прикольно, на самом деле. Везде по-разному. Ну, в плане, в одном случае. Там. Какой форт? О, здесь... нифига там, какой челик. Явно твой любимчик. You've made my day, and here is your payment. Награда. Ничего, такое же говно, как и у той дуры. Ой, чё же вы все такие бичуганские. О, порох. Well, there's always Shamway up the road, you can try looting. Чё здесь у него есть? А, у него ничего, у него просто форт и всё деревянное. За 2 секунды бы его раздолбил. А ты в банкомат уже подходил в этот да, автомат? Да, вчера выкупил. Ну ладно. Much obliged, stranger. Теперь я посмотрю. Слушай, теперь ты можешь параллельно это делать со мной. Не могу. Можешь. Я могу, например, когда ты... Вот я смотри, я сейчас в... Ага, ну. Так. Вот, можно увидеть ваш... Да. Нельзя. Отмычки не стал покупать? Зачем? Я 38. Я не такой растут. Я не знал сколько. Не надо, не надо. Останется 10, буду покупать. Футбольный шлем. Ух ты, это легкая броня. Забей. Ну, тебя жаба задушит. Счастливые очки. У нас есть такие дома. Ладно, горнолыжная маска. Ловкость не нужна. Кукурузная мука тебе не нужна, да? Реактивная граната. Ладно, какое задание? Можно у него что-нибудь сделать? Уровень 3 уже. И уровень 2 есть. Принести и очистить 1,4 километра на север. А у меня есть 680 на северо-востоке. Северо-восток это прям вверх и направо. Да, у меня есть 680 метров. Можем на 1,5 километра вверх съездить. Прям четко вверх. Давай. Посмотри. Ну, карту открой. Посмотри, где это. А, ну, вот прям как раз. Ну, это в зиме будет. А что, они тупо слоями, что ли, идут эти биомы? Ну, может быть. Поехали, короче, на... Поехали, только расшарим мне это задание. Шарю задание. Блин, у меня еще карту сокровищ надо сделать. Ну, только их надо сначала домой заехать. Расшарил. Где мне найти картошку-то, блин? Ну, мы сейчас в зиму поедем, и там уж что-нибудь найдем. Бедняжка запуталась. Я ему помог. Так, поедем как, по дороге? Нет. Да. Поедем за мной. Ладно, едем за тобой. Что, просто так, что ли, горные байки? Хочу мотоцикл. Ой, все, приедем, буду делать. Ух ты. О.
Чего будут? Кем лаборатория? Витамины. Чуть-чуть паром зарубил. Ух ты, я раскопала бревна, и тут сумка с нагрудник из металлолома 6 уровня. О, круто. А, металлолома, ну ладно. Если что, можно. Фу, из... Да. Вот птица лежит, можешь раздолбать. Угу. Где? Где? Вот она. Вот. О, где? Вон он прилетел, а дым вон там. Вижу, на север. Саут, это юг, нам не надо. О, черничный пирог. Так, зомби кукуруза, смотри. Так. На кресле еще сидела. Пока просто возьму. О, бля, жрабас. Нет, голова. Так, там что-то. Там есть? Нет, там ничего нет. Может, можно выкопать? Можно смотреть, что сделать. Ну, смотри. Кек. И закопать. Что это такое? Поехали. Поехали дальше. Так встаешь на велосипеде. За мной. За тобой. Ну что, велик починился, что ли? Как? У тебя сколько? 85? У меня 90. У меня было меньше 90. Так, вот это дело. Да, по-моему, ты на моем велике просто поехала. А, да. Нет, это мой велик. Отмечен как мой. Нет, вот мой. Прям вот метка, смотри. Где? Вот. Ну, ты на нем ехал, этот твой. Нет. Сколько на твоем сейчас хп? Вот мой велик, и вот на нем метка. 90 на моем. А на моем 85. Я сейчас просто пересел. Ух ты. Блин, у нас карман. Давай зайдем. Ну давай. Сейчас я помечу, что мы вот здесь были. Мне просто почему-то казалось, что там что-то должно быть. О, топливо. Ух ты, лодка с барбекю. Вот, смотри. Сейчас. Смотри, как ты можешь сделать. Тут же есть эти бревна, то есть не квадратами, а вот бревнами, наверное, вот такие вот столбы. Угу. Вот. Просто смотрю, как здесь пристань на воде стоит. Может быть, так же сделать как-то можно. А чё бочки не чекаешь, там газолин? Я мимо него не про это прошел просто. Ну-ка. Ты стал перезаряжаться, такое ощущение, будто ты его закопнул. Да, блин, сзади. Что? Сейчас, ты начал перезаряжаться, такое ощущение, будто ты начала этому вот так держать за голову чувака. А-а-а. Двумя руками. Такое ощущение, будто там еще... Давай. А, смотри, там наверху есть, это тормози. Да стой, я и так могу. Я достал. О. Чего там? Сейчас, где-то зомби. Там схемы охотничьего ножа. У тебя изучено? Сейчас. Нож.
Нет, охотничий нож у меня не изучен. А у меня... У тебя прям этот... Замочек. Замочек. Сейчас я тебе отдам. Да блин. Отдай меню. На. Все. О, сумка. С оружием. Роботизированный молот еще. Отлично. То есть неплохо, что заехали. Ну, например, когда мы сейчас пойдем лутать, у меня нет карманов, чтобы там что-то лутать. У нас есть лесопеды. Где он шумит? Снег. Я откуда-то взяла снежок. Снежок? Ну, комок снега. Так, я велик сразу, знаешь, что кину этот. Короче, те вещи, которые не стакаются, я велик кидаю. Угу. Понимаю. Кстати, молоты, все такое. У меня, кстати, тоже снежок. Давай состакаем. Может, его выкинуть? Ничего, он вообще нужен. Давай состакаем шмот. А, первоклассную питьевую воду. Давай. Что такое первоклассная питьевая вода? Ну, его можно растопить. Давай, снежок, давай мне снежок. Потом что это? Так его еще надеть. Да. Или нет, лучше я тебе бревна. Смотри. Давай, на. Сейчас, стой на месте. Видела? Угу. Только я не знаю, где он теперь. Вот он. Может, точно так же? Не хочу. Давай. На. Вот это забери. Чего у тебя там еще есть? Яйца есть? Нету. Гвозди. Ну, смотри, просто в экран. Во, на, вот это забери. Борох. Давай мне Борох. Борох, газолин. Потом... Лучше пусть у меня будет. Давай мне газолин. Давай я тебе газолин отдам. Да. Газолин. Ты что, нам? Воду, на воду. Вот вода. Все. Вот так. Вон еще под тобой порох, забери. А, и это я тебе выкинул. Это ты? А, все, окей. Так. Ну все, поехали. Угу. Видишь? Угу. Сейчас отмечу только. Мне нравится отмечать. Я решила забить, потому что. Не, мне просто так. У меня здесь, ну не то чтобы все однообразно, но все равно хочется порядка. Ты чё? Карточный. Я думал, не въехала. Вот эта стена. Почему она такая? Дальше. Здесь ничего летать пока не будем. Угу. Сейчас байкера убью. О, подскочил.
А те шеф-повар дают какие-нибудь бонусы к готовке в плане? Нет. Только рецепт. Сами рецепты открывают. Так, придется велики ставить. О, медведь. Блять. Прямо сзади, на твоем берегу. На моем? На моем? Да, сейчас. Просто... Правей, левей теперь. Я не хочу с ним сражаться. Сейчас я по берегу, под водой проеду. Так, ты очень далеко. Ну, я еду в точку спорта. Ща. Что я не туда заехал? Я, наверное, не смогу убить. Блин, прикинь, смотри, застрял. Ксюш. Не могу смотреть, что ты не делаешь. Блин. Поверни голову просто на секунду. Ну, выкапывай эти, ты не сможешь вели взять. Да, я знаю. Лопата есть? Да, это лопата делается. О, это собняк. Я приехала. Ща. Все время забываю, потому что можно копать. Ну давай, выезжай. Так, я почти пришел. Давай сначала так облутаем. А, подожди, мы не туда пришли. Не это туда. Мы пришли на кладбище. Да, пойдем, пока не будем кладбище лутать. Некуда класть. Гудбай. А, сначала так поступили. Да, да ладно, давай. Давай сразу. А то его там надо понять. Блин, вот этот звук, конечно, как будто собака гавкает. Через правое окно я проломлюсь. Ползун. Наш челик, который был на 4 ногах, стоял сначала на 2, увидел меня, потом прыгнул на 4. Так, слушай, тут забаррикадировано, а вдруг мне не будет аккуратно. Угу. Да, нужно быть внимательным. О, латунь в мусоре.
Так, мне покушать надо. Еды у меня и нет. Ты же здесь прошла, да? Нет, я на стол запрыгнула. Окей, ладно. Блин, я ж... с этой какого... С клавиатуры слетело все. Ну, это пальцы с клавиатуры. Где она была-то? Я где? Не знаю, вот она походу здесь где-то была. Так, это на улице. Я просто на стол залезла. Да я понял. Ладно, аккуратно теперь. Сколько у тебя? Чего? Отнялось хп. Где-то половина. Слушай, латунь? Какая латунь у тебя? Кубки? О! Латунь и подсвечник. Мушкетон, блин, 6-го уровня. Полезно. О, деньги. А, ты уже взяла. Латунь какая у тебя? Может, со стакой? У меня подсвечник. Подсвечник, на. Угу. Это не твои. Ну, это мусор. У меня просто нет места. Так, стой. Вот эти штуки. Вдруг там по ней ничего не будет. Да вот. Проход есть. Он не туда. О, смотри. Помните. А, это... а, ну да, это туда вот, был. Что такое? Пол, сейчас попробую. Ой, не надо там 2500. Это из камня делается. Наверху сумка. А там еще одна сумка была. Прям вот рядом. Ну там вода и ненужная штука. Горячим клавишем буду пользоваться. Не использовать. Там. А, это... На улицу? Нет, это к припасам. Так, это к твоим припасам. Я вообще забыл, что припасы нужно искать. Нет, это не те припасы. Стальной шлем, первого уровня. Ну ладно. И шлем из металлолома 6-го. Там же, посмотри, шлем. Да. Коробка. Так, это поход на улицу. Да. Так, ты пока там будь, я сейчас свои припасы найду, они на первом этаже должны быть. А я еще свои не нашла. В смысле, ты сказала, что это... Это не те припасы, я имела в виду. Угу.
А где они? У меня выше они. Наверху. У меня на первом. Мы еще на втором не были этаже. Иди сюда. Иду. Ого, я быстрее стал перезаряжать оружие с прокачкой. Просто смотрю, как у меня мушкетон перезаряжается. Еще с третьего этажа. У меня где-то на этом этаже. Вот здесь эти двери появились. Ну, я могу ломать у меня. Сейчас, вот, подожди. Почти половина. Стой. Так быстро перезаряжает этот мушкет. Иди сюда, возьми пулю. О, схема железного арбалета. У тебя есть железный арбалет? Нету. Сейчас, у меня. А у меня тоже, кстати, нет. Да, тогда я возьму. Сначала. Так, ты свои нашла припасы? Нет. Да, да. О, ты просто... А, ты свои нашла. Мы просто в полу были. Так, мои ниже, на первом этаже еще. Где здесь? Че здесь? А, все, я просто потерялся, как. Так, мои на первом. И где вы? Нет, у тебя не на первом, у тебя выше написано. А, теперь выше. А, нет, подожди, ты нашел. А. Выше это монстр. Да. Все, я вижу припасы, точнее вижу, где они. Должно быть. А, вот здесь. Прикольно. Такая-то прикрыто было. Так, все, я нашел. Остался один зомбяк наверху. Все. Не осталось. Блин, неужели здесь была одна единственная мина, на которую подорвался я? Ладно, все, выходим. Угу. Здесь мы были. Выходим. Так, а где байки? Фига себе, у меня 17 ремонтных наборов. Я, наверное, забрал 5, как всегда. Нет. Все, блядь, и не выложил. Нет, это мы с тобой то, что на... находили. У меня не было их с собой. Были. Запись нас рассудит. Картошку найти. Слышь, рассуждающий. Так, слышь, рассуждающая.
Давай просто покатаемся. Так, я автобус разберу. Вот, тоже здесь кишки есть, если что. Ты там куда-то упала. Еще с моей стороны здесь тропик. Все, я врага брал. Пульбас разработчик. Да. Ты мусор прям вообще не собираешь, да? Ну так много. Я его осматриваю, потому что там латунь. Латунь и всякие таблетки, это медицина. О, подожди, стой, здесь какая-то посадка. Это что? Где? Вон. Снег пошел. Ой, экран смотрю. Квадратики. Спавнят цыганки. Че, где посадка? Да, а это черника. Чернику надо. А где? Вот картофель один единственный есть. Тебе как раз на семечку, наверное, хватит. Бегу. На семечку мне я 3 достаю. Ну да. А семечка 5. А у тебя, наверное, есть дома? Да. Один, вот. По-моему, у меня. А, не 4. Бля, что? Пройти. О, он выскочил у тебя. Вот, давай, еще, вот еще, вот еще картофель. Какая у тебя латунь есть? Всю, давай. Всю? Да. То у меня просто... Угу. Нет, короче, всю латунь, которую собираешь. Вот, вот твоя картошка еще одна. Где? Их 3 должно быть. Вот мешочек, вот мешочек. Я на нем смотрю, вот я на нем стою. А это их 3 должно быть. Ну там их 2. Так. Черника просто так растет за пределами огорода. Может, еще где что растет? Блин, надо велик себе забрать.
Так, все, зомби начали бегать. 22 часа. Угу. Ну, обратно смысла сейчас пока ехать нет. Так, далеко не уходи. Да и тусить здесь тоже нет смысла, у меня нет места. Даже в этом? Да. У тебя еда есть? Еда. А ты повезла? Угу. Чё? Я тут по сторонам погляжу. У меня это все для рецепта. У меня только кукурузный хлеб, он тоже для рецепта. Да, у меня все для рецепта. Не могу ничего, у меня нет еды. Ну ладно, у меня есть черничный пирог. Съем? А, да, ешь, его ешь, конечно. Ладно, поехали дальше. Да, о, вкус черники. Я когда, короче, траву полностью практически вырубила, угу. Удобно, я теперь вдалеке, например, не вижу траву, но зато вижу куст черники. Ну, потому что он не считается за траву. Вот. Это зомби. Ого! Чё такое? Чё ты там делаешь? Я случайно в бочку попал из этого, из... Так, лотун, всё хорошо. Попал в бочку красную. Блять. Что такое? Да зомби набегают! Вижу. Сейчас. Пума, блядь! Вижу, вижу. Все, убил меня. Я просто к велику шел. Блин, из-за того, что ты в нее стрелял, с ней мало дали. Ну, прости. Не до этого было. Блин, нельзя просто. Можно? Нет, я сейчас нажимаю, он такой пишет, типа. А, простой. Сейчас нельзя. Простой бинт нет, а вот с крестиком можно. Пума. Ну-ка иди сюда. Иди ее троши. А я пойду тачку попотрошу. Может вообще графоне вырубить полностью, чтобы ничего не видно было, ну, лишнего. Будем двигать потихонечку.
Еду, еду. Ты два гнезда здесь собрала? Сейчас мы снова очень голодные. О, зомби с пумой вместе. Вижу. Сейчас. Пума убила зомби. Блин, с плюсиком могу наложить. Ну-ка, пума, иди сюда. Иди сюда, сказал. Потроши. Где мой велик? А, это был твой. Спасибо, что довез. Угу, волк. Господи. Вообще мы сегодня выйдем отсюда. А я не... А, тык-дык-тык-дык-тык-дык. Сейчас, подожди, давай я его убью. Иди сюда, иди сюда. Вот сидел. Игнорирует того, кто... Ну. Первый, он агрится на последнего. Поехали вдоль тогда. Надо, чтоб ровненько было. Надо фуф увеличить еще. Я что-то, ну, 5 оставила. Сколько? Ну, что-то сделала. Поменьше? Ну, меньше на 5. Меньше, чем максимальное на 5. Ой, блин, там иду. Вот это черника, что ли? Да, черника, забери чернику. Вижу. Она рядом с твоим велосипедом. Вот она. Да. У меня велик от меня убегает. Какая-то дорожка тут. Угу. Бывшим. Так, куда она ведет? Никуда. Здесь, видимо, раньше мост был, а теперь моста нет. Ну, мы, кстати, если по этой дорожке поедем, то прям приедем. Туда, куда надо? Ну, да. Относительно. На дно, все на дно. Сколько хлопка. Да, он здесь вообще не нужен. Ну как раз пока доедем, наверное, и будет. Угу. Да.
Блин, сраный птицы. А, я еще упал. Подметнул ногу. Да, вторая. Так, я внизу сейчас, подожди. Бля, тут не переехать. Мы тут не сможем перейти. Я понял. Там мой велик на мосту, да? Да. Так. Интересно, а как тогда? Мне птиц не распотрошить. Ладно, сейчас, подожди, я взберусь, у меня... Я прям в самый низ упал. Я поняла. Твой велик там четко на мостике. А я попытался проехать и... Да. Машину разбить только если сейчас. Нет, там не получится. Даже если ты ее разобьешь, там яма. Ты не переедешь. Мост треснет. Вот, короче, надо... Даже не знаю. Ну, в принципе, ты можешь построить, достроить квадратики на мосту. Угу, сейчас. О, блин, латунь, свинец. В мусоре. У меня нет места. Сейчас. Угольник. Я сейчас просто тачку разберу и мы поедем. А, блин. Все готово. Да. И, так, куда едешь? У меня почему-то не рулилось. Серьезно, я еще сейчас боюсь, что слезу, упаду с него. Что делать? Чем тебе помочь? Ну только если из него все вытаскивать. А если вытаскивать, то... Ладно, проехай сначала, я сейчас разберусь. Проехай. Проезжай. Проехиваю. Что за... Как тебе помочь? Ладно. Ты ж... Живая? Да. Блин, пипец. Меня спасли мои 5000 денег в кармане. Что ты творишь? Ща. Подожди, знаешь, что я сделаю? Стой. Просто вытащи все из велика, только чтобы она не пропала. Давай я... Блин, что-то там улетело вниз. Сейчас, подожди. Давай я сундук сделаю быстро. Зачем? И ты в него, я в него скинешь. Да все, я уже взял, сейчас быстренько поставлю. О, 10 яйцо. Давай я яйцо у тебя подберу. Все. Так. Вот это еще не забудь. Да, знаю сейчас. У меня там что-то вниз улетело. Кофе, по-моему, улетел. Кофе? А, кофе. Под мост. Бегу за ним. Что-то такое было. Да, вижу. Это кофе. Да? Да, подобрала. Так, все, я готов. Вот.
Сейчас там зомби. Сейчас я этот мушкетон хочу на них потратить, на него потратить. Надо, они быстрее стал перезаряжаться. На 30% прям ощущается. Я тоже хочу 30%. Что там увидела? Я увидела эту вкладку. Да, блин, из-за того, что у меня чувак выпил пиво, я теперь ничего не вижу. Поэтому что с тобой происходит? Не будем окучивать дом? Куда? У меня карманов нет. Ну ладно. А велосипед тоже полностью забит? Да. Что-то как-то странно поехал, ну ладно. Ты за мной? Да, я прям за тобой еду. Бля! Ого-го! Аккуратно, аккуратно, ты можешь разбиться. Да, я видел твой монитор. Помнишь этот мультик Golden Boy? Я не смотрел. Не смотрел? Ладно. Там тоже был, когда у него там этот тормоза сломались, и он там, ну, точно так же, как ты, просто вот не мог ничего сделать и вперед ехал. Блин. Вот это кайф, вы не прочь побуянить. Ачивку дали? Нет, это просто внизу субтитрами написано было, что пиво. Теперь это пиво 20 секунд будет. Блин, у меня зомби двое. Как? Я смогу попасть? Пьяный с автоматом, блин. Это сильно. О, быстро проходит. Ты там... Я прям сзади. Трехминутным выехал. Ты тоже упал, что ли? Не, я же с моста свалился. Блин, у меня зато байк 64%. Надо бы его починить. Я хорошо, что этот модификатор в ботинке впихнул. Пригодилось. А у меня, походу, просто, ну, из-за того, что я на велике сижу, поэтому и не сработал мой 5000. Не знаю. Денежная подушка. Да, денежная подушка. Как с крыши мой байк. Мне кажется, на велике я это быстрее собирать. Даже с учетом остановок? Да. Только что остановка? Ты спрыгнул и все. Типа... Ну, в целом, да. Ладно, часа игровых тусить. Блин, уже 23 яйки. Ну, минус 5 купленных. Или 10. Ну, я пока тачку разберу. Я пока не ищу. А, блин, не разберу. А чё? А, сломался? Нет, звенит. Ну, в зоне защиты. Не знаю, деревья порублю. Почем деревья по рублю? Почем жвачка по рублю? Почем деревья по рублю? Побереги! Ну, сухие деревья по рублю.
Это селитра, да? Это кто? Это свинец? Или селитра? Это селитра. Ёжик. Свинец — это такой серый блестящий. Кстати, кладки видно вдалеке, когда траву полностью отключаешь. Вон, смотри, видишь? Вон, видишь, это видно. Ну ладно. А травы? Я не хочу. Я в Альхемии не отключал, мне нравилось. То есть толку, блин. От чего? Ну, от этой травы уродливой, всратой, в которой ничего не видно. Типа, это не та игра, где нужно наслаждаться видами. Вот. Здесь не виды, не видами, а вот этот вот, скажем так... Так, 6 часов, он не опен. Он что, 8? Опенится. Он 8 опенится, что ли? Ну, блин, как проснулся, так и опенится. Просыпайся. Слышишь? Что? Работает. Так, инвентарь полный. Композитный лук 4 уровня. Класс. А мне композитный арбалет 4 уровня. Убери арбалет. Шлем уже есть. Сейчас, пока выкину что-нибудь. Просто пока выкину. А я ему продам. Мушкит он продам 6 уровня. Он же не нужен. Не нужен. Да? А, я не могу продать пока. Че, он туда мой расстаривается? Ходит на арбалет. Едем. Все. А, у меня было место. Ну ладно. Ваш инвентарь. Ну-ка. Продать. Great doing business with you. Come back and tell your friends. Кофе. Чего нельзя у него собрать кофе? Спирить. Ладно, поехали.